Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова Тямыч. Так, мы снова на этом проклятом заводе, давайте по-бырому его пройдем. Итак, мы наконец-таки убрались... Да ёб твою мать, а! Чё ж такой дебил-то, блин, а? Короче, мы наконец-таки убрались форта берсерков, потому что меня что-то уже берсерки задрали, честно говоря, довольно сильно. А, значит, смотрите, сундук крысы взломать не удалось, потому что там он требует слишком высокого навыка взлома. Я уже попробовал вне записи. А красть мы тоже пока не обучены. Короче, там надо прям прокачивать воровство. Вот, поэтому мы пока взлом крысы оставим до лучших времен. А, и, собственно, пока мы снова сейчас придем к изгоям. Ну, во-первых, я хочу у них кратер посмотреть более подробно, потому что мы так там были, да, там пару раз постольку-поскольку в нем, это во-первых. А во-вторых, мы сейчас пришли по заданию найти этого Хэнка грёбаного, который нас кинул, типа, который дал нам, типа, как золотой слиток, а на самом деле это ни хрена не золотой слиток. Вот, поэтому мы его сейчас будем искать и будем наказывать. Этого чертового Хэнка. На золотой жиле живут чуваки. Нильс Оли Эрик Ал Арс... Кто? Нильс Оли Эрик А.Л. Арон? Кто? Ты вернулся? А вещи мои принес? Кстати, да, меня зовут Нильс. Что? Ты меня ждал? Я ошибся, да? Какая жалость. Точно не помню, но я кому-то дал осколки, чтобы мне вернули мои вещи. Я думал, что это был ты. Ладно, выходит, мы друг друга не знаем. Кстати, я Эрик. Ты же говорил, что ты Нильс. Ты же вроде говорил, что тебя зовут Нильс. О чем ты говоришь? С какой стати мне так называться? Чего? Ты меня, должно быть, с кем-то спутал. Чего? Ты принес то, о чем я тебя просил? Чего? О чем ты говоришь? Какие вещи? Я сам не знаю теперь уже. Он тебя альцгеймер, что ли? Я помню, что у меня были вещи, но потом появились эти создания, непонятно откуда. Тогда пришел Нильс и спас меня. Я думал, что Нильс, это ты. Это Билли Миллиган какой-то прям. Не говори глупости. Меня зовут Аарон, я же сказал. У тебя с памятью проблемы. Сука. В общем, он пришел и спас меня. А потом я как-то оказался здесь. Все, я понял. Бросил одного. Я понял, почему так зовут. И вещи мои забрал. Кажется. Кто такой этот Нильс? Кто такой этот Нильс? Сука. О чем ты говоришь? Нильс, это я. Я про парня, который забрал твои вещи. Ты сказал, кто-то привел тебя сюда. Кто? Да. Нет. Я уже не знаю. Ты можешь вернуть мои вещи? Такой сюр. Напомни, как Напомни, тебя звать? Как тебя звать? Эл. Ты задаешь очень глупые вопросы. Зачем? Оля. Нильс. Так, ладно. Насчет твоих вещей. А, ты их нашел? Что конкретно я должен искать? Что конкретно я должен искать? Они для меня самые ценные, самые дорогие. Хотя я уже толком не помню, что там было. Аарон вечно надо мной смеялся, что я все это за собой таскаю. Называл меня Скопидомом. Он мне сказал, чтобы я дальше жил сам. Но я не могу. Сам по себе я не выживу. Я пропаду. Ничего не понимаю. О чем ты вообще? Что за поехавшие? Не переживай. Ты Нильса спроси, он все тебе объяснит. Ты их потерял? Или кто-то их у тебя забрал? Я не знаю. А это важно? Кстати, я Аарон. Рад знакомству. Когда ты в последний раз видел свои вещи? Я помню, мы где-то на юге вместе останавливались. Кажется, это было на краю кратера, у небольшого озера.
Наверное, я там все и оставил. Это были единственные мои ценные вещи. Ты поищешь мои вещи? Я поищу твои вещи. Поехавший, блин. Ладно, хорошо. Я думал, мои вещи уже у тебя. Ладно, спасибо. Я тебя тут подожду. Забывчивый изгой. Ну, да, зато ему жить весело. Так-то. А с другой стороны... Так, мы уже почти пришли, этого ублюдка сейчас найдем. Так. Где этот Хэнк? Что тебе надо? А, пидор, вот ты где. Мразь. А, вот и ты. Я тебя искал. Мы знакомы? Ах ты мразь, не придуривайся. А, да, ты тот кретин из форта. Куда же делось твое радушие? Иди-ка ты в жопу, я тебе ничего не должен. У тебя вообще больше дел не будет. Ха, ой, как страшно! Ты думаешь, я с таким, как ты, не справлюсь? Хо-хо. Это большая ошибка. Ну-ка, иди сюда! Давай, давай. Говно. Говно из жопы. Ща, преподадим тебе урок. Анала, блин. Блин, ну он такой живчик. Ну давайте уже! Ну, пидор, а? На, мразь! Давай еще. Никакой пощады! Вот скотина, а? Ну только посмотрите на него. Перекатывается, понакрывается, блин. Блин, нихера себе. Блин, туда же щит типа не помогает. Мощные у него удары. Блин, ты б мне помогал бы, что ли? Или у нас там типа драчка типа один на один, да? Сука, а? Тварь перекатывающаяся. Выруби его! О, отлично. Ну и что теперь? Блин! Отлично. Знаешь, смотри, я тебе сделаю вот так вот сейчас. И ты сдохнешь, херам. Да, какие ж тут все-таки всратые, блин. Всратая боевка, как-никак, вот что не говори. Типа, блин, пираньи, они как бы, блин, как сказать. С одной стороны, ну да, видно, что как бы... Более плавные движения, да, не такие резкие, но все равно... Дай ей по морде или сваливай! Ну, это есть свой шарм. Круто. Мразь. Блин, только все равно тут типа эликсит-то у него 75. Эликсит-то у него 75 получается. А я ему, блин, давал 250. Ну и ладно, хер с ним. Самое главное, эта мразина... Ответила. Ответила за свои анальные поступки. Так, ладно, давайте, знаете, еще более подробно посмотрим изгойский город. Потому что в прошлый раз мы сюда, когда с бестией пришли, мы тут особо как бы его и не изучали нифига. Давайте сейчас более подробно его осмотрим, может быть, тут какие-нибудь интересные личности будут. Ну, тут уже интересные личности, как мы видим, блин. Какие-то поехавшие ребята, блин. Которые себя не помнят. У которых потери памяти. Да, поэтому я думаю, стоит более подробно тут поизучать все, посмотреть. Может, на что-нибудь интересное тут и наткнемся, кстати говоря. Надо к берсам потом все равно сходить, выковать там тоже
улучшенные мечи, но там надо еще силу качать. Я хочу сейчас добраться до... Что у нас тут? Я хочу добраться до... Как они называются, блин? Ну, короче, поврежденный... А, нет, меч легата только один. Ну, поврежденный клинок курьера, короче, нам нужен. 81 урона нам дает. И это, я думаю, хорошечно. Лабораторный стол ставим. О, блин, можно сейчас и опыта вкачать. Короче, везде, везде вода нужна. Так, посмотрим, малое целебное зелье давайте сделаем пока, да. А, блин, так, это нужен второй уровень химии, ну ладно. Ну, 43 хотя бы, да, целебных зелий себе сделали уже хорошо. А, кстати, насчет стрелкового оружия, господа, я же все еще скрафтил наконец-то такие. Довольно крутой лук. Лук берсеркера. 98 урона. И вот мы его уже можем использовать, поэтому мы тогда сейчас заменим его. Побегаем с луком. Вот, лук должен быть крутой. Я думаю, мы его испытаем. 98 урона он дает. Должно быть прям нормально. Зак, здорово. Ты кто такой? Хочешь купить что-нибудь? Ты торговец? Да, знаю. На торговца я мало смахиваю. Но кое-что на продажу у меня есть. Только законный товар от надежных поставщиков. Если ты понял, на что я намекаю. Контрабандист, что ли? А, так ты контрабандист? Контра что? Где ты свой товар берешь? Вот это уж точно не твоя забота. Давай, или покупай, или проваливай. Ну ок. Пока. О, неплохо. Слушайте, гранат, ракета. Патрон для ружья, кстати. У нас дробаш-то есть, но теперь он нам не особо нужен. В силу того, что у нас есть теперь лук на 98 урона. Блин, фига вы тут, блин, конечно, вообще, я смотрю. Сырая птица, блин. Не экономить ничем. Я полагаю, ты знаешь, зачем ты здесь. Нера, да я все объясню. Ты допустил, чтобы тебя сцапали. Я просто Ясме помочь хотел. Берсерки. Эй, огонька не найдется? Оу, какая штучка, пытаюсь, а? Пытаюсь прикурить, но спички потерялись. Держи. Держи. А, черт, все уже не надо. И сигарета последняя куда-то делась. Скарлетт. Может, она и к лучшему. А дыма горло дерет. Что, хочешь взять задание с доски объявлений? Я хочу тебя. А зачем тебе знать-то? Может, мне просто с тобой поболтать захотелось. Ты вроде парень, ничего. Я могу ошибаться, но видок у тебя бывалый. Не хочешь чем-то интересным заняться, а? Ты про пещеру Бакстера не слыхал? Пещера Бакстера! Что это такое? Тише. У стен есть уши? Слушай. Не, я не хочу это знать. С тобой заговорила. Я не хочу это знать. Мне надо было убедиться, что ты не такой псих, как все остальные. Я не хочу знать пещеру Бакстера. Спасибо. Ну, говоришь, ты связанный и выглядишь неплохо. Это уже плюс.
Так что за пещера? Это место на вражеской территории. Одна я туда не доберусь. Но с тобой и кое с кем еще у нас есть шанс. И если все получится, мы разбогатеем. Серьезно? Там что, гора осколков? Я вижу, ты мне не веришь. Но я тебе обещаю, если дельце выгорит, нам больше не придется на дядю работать. Ой, блин, вы изгой, блин, вот я с вами сколько дел не имел, постоянно вы... Извините за мой французский, наябывали. В чем подвох? А ты сметливый парень. Слишком просто ничего не дается, верно? Найти толковых людей еще можно, а вот тех, кому можно доверять, сложнее. Если я расскажу тебе все, что знаю, ты меня ведь просто обойти можешь. Так что мне нужны гарантии. С учетом всех рисков, на которые я иду, думаю, 1000 осколков – цена разумная. Ты в деле или нет? У меня много других желающих. Но ты выглядишь парнем надежным. Принуждать ни к чему не стану. Цену я все-таки прошу не шуточную. Бля, опять сейчас обманут на доллары, блин. Пошла ты, блин. Мне не нравится эта сумма. Я пас. Выходит, я в тебе ошиблась. Ну, как хочешь. Найду кого-то другого и свалю наконец-то из этой дыры. Приятного дня. Блин, но с другой стороны... Ну, блин, меня просто уже жизнь научила. Так, давайте листовку Йоханнеса повесим. Отлично подойдет для объявления. Ну вот. Это квест клириков. Ты ведь знаешь, что с берсерками тебе делать нечего. Награда за голову Диксон. Разыскивается Диксон, бывший охотник за головами. А местонахождение Каракис, возможно, пещера, город Марконов. Срочно среднее. Примещение. Объект потенциальный перебежчик. Предупреждение. Хорошо владеет оружием. Может иметь союзников среди марконов. Нервы. А, кстати, мы его уже убили. Так. Ты это делал, хотя Бакстер ничего не приказывал? Какой предусмотрительный. Блин, ну хер его знает. Мне кажется... Мне некогда. Блин. Сука. Она меня заинтриговала. Она меня сильно заинтриговала. Я полагаю... Блин, ладно. Согласимся. Опять сейчас обманет, поди, но... Всего 1000? Запросто. Хочешь сказать, что у тебя столько эликсита в кармане? Ну да. А что? Отлично. Остальное обсудим у меня в кабинете. Не стоит у всех на виду осколки светить. Тут же всякая шушера набежит. Сюда. Нера, да я все объясню. Так, погоди. Ты допустим. Я... Это даст. Да. Так. Вот так-то вот под... Ну, вот так вот другое дело. Готово. Ты ведь знаешь, что с берсерками тебе делать нечего. Пошли, блин. Только, блин, может... А может сучара заинтриговать, а? Ты же не местный, да? Нет, не местный. А я местная. Жуткая здесь дыра. Но твои осколки позволят мне отсюда свалить. Мы почти пришли. Сейчас я тебя познакомлю с остальными. Ну вот, мы на месте. Нравится? Ты это называешь кабинетом? Блин, опять засада. Знаешь, не нравится. Все ясно, ну извини. Но у меня есть новости и похуже. Я так и думал, блин. Парни, выходите. К нам кошелек пришел. Сука. Тебе нечего тут делать. Ух, нихера, ух, ёбаный. Блин, вот моё...
Мое чутье меня, блин, в итоге не подвело ни хрена, блин. Ух, ёба, пипец вы мощный, блин. Ты об этом пожалеешь. Да, давай, вали их. Ну ничего, опыт получим. Громил грёбаный. Блин, бесит, что они контр ударяют. Мы с этим справимся. Да блин, Ну, блять, по их мувсетам хер поймешь, когда они начнут контратаковать, когда нет. Ты же не местный, да? Нет, не местный. Мразь. А я местная. Жуткая здесь дыра. Но твои осколки позволят мне отсюда свалить. Мы почти пришли. Сейчас я тебя познакомлю с остальными. Тебе нечего тут делать. Так, ладно, еще раз. Да, я тебя сохранюсь заранее. Блин, гранаты бы у них купить бы, блин. Уже было бы легче. Тут еще FPS, блин, херовый. В городах. Давай, давай. Чё, гранат, что ли, кидаешь, мразь? Да ёб твою мать, а! Блин, чё они такие, блин, пипец просто? Я в ахере, блин. Блять, спасибо большое, блин. Мы с этим справимся! Мразь. Ну, буду наскоком херачить. Блин, а скотина. Так, еще чуть-чуть. Блин, а как он валится-то еле-еле. Да. Гребаные, блин, изгои, сука. Надо валить отсюда нахер. Они мне, блин, не нравятся, эти мрази. Блин, еще и валится, блин, 100 лет в обед. Тебе нечего тут делать. Так, надо еще, надо еще. Так, Скарлетт гребаная. Блять, да это откуда ты пришла, блять? Так, ладно, давай тут. Одного почти замудохали. Да пошла ты нахер, блять, крыса ебаная. Блять, пошла ты. Бестия, живи, блин. И все такие, блин, смотрят такие, блин, типа, как будто ничего не было. О, красиво, красиво. Блять, дебилы, блин. Ох, 300 опыта, да, неплохо. Так, ладно, вас осталось двое. Это уже легче. Так, ну это морозин вроде, блин, попроще валится. На, тварь. Ну ладно, мы зато и опыт получим, я думаю. За их уничтожение этих ублюдков будет профит. Отлично. Двое на двое. Бля. Да как так-то, а? Как я, блин, пропустил мимо.
Блин, я бы их, конечно, из лука бы завалил, но... Но-но-но. Они быстро, блин, бегают, суки. Пошел ты, блин. Ну что ты делаешь, дура? А, ну хотя, слушай. Нормально. Иди сюда, мразь. Так, иди сюда. Сейчас завалим. Блин, мразина. Бля! Успевает валить. С бестью опять бен захерачили. Ля, а ничего, блин, вы мне помогли бы, что ли? Ну хотя, да, блин, кому я говорю про помощь? Отлично. Так, осталось этого пидораса завалить. На, тварь. Так, он не успел, он не успел. Блять, вот надо было задеть. Сука, а? Я тебя прикончу. Да, давай, Бен, вали его. Ступай, да. Выспись как следует. Бля, я в ахере просто, блин. Конечно, блядь, надо, блин, стороннего чувака задеть. Спасибо, не надо. Я сам как-нибудь. Вот мразь, а. Что ж ты за мразь такая? Спасибо. Ладно, я тебя сейчас так завалю, блин. Мразь, блин. Мразь! Поврежденный двуствольный. И все. И это все. О, поврежденный меч регента. Ну-ка. У нас же такой есть меч или нет? Не. О, кстати говоря. Ну да, там надо силы 60. Блин, силы 70. Черт. Долго качаться. Ой, блядь, не нравятся мне эти изгои, короче, блин. Не знаю, что с ними поделать. Вы кто такие? Слушай... А, очередной доброволец. Я скажу тебе то же, что и всем остальным. Иди вон к той доске, там все мои поручения. Если что-то не ясно, спроси. А вот, кстати, я уже выполнил. Снарягу мы не выдаем. Но, судя по твоему виду, ты и так ко всему готов. Когда выполнишь заказ, приходи за наградой. Вот, уже готово. Насчет вознаграждения. Что ты можешь мне рассказать про Диксона? Да Диксона я уже грохнул. Старина Диксон из тех птичек, что счастливы в клетке. Нашу свободу он сменил на ярмо Морканов. А, так он еще и Моркон, говорят, понятно. По крайней мере. И это все его преступление? У нас с ним был договор. То, что он его расторг в одностороннем порядке, было непорядочно с его стороны.
Считай награду за его голову попыткой восстановить справедливость. Поверь, твоего сочувствия он не заслуживает. Он сам бывший охотник за головами. Он знает, как устроен мир, в котором... Я понял, все, давай. Можешь... Да? С удовольствием. Представь, что ты пишешь картину. Скажем, ты рисуешь... Да я его уже убил, и мне нужна награда. Тебе нужна краска. Все ясно. Ну, блин, это просто... Это графомания, слушай. Нет, не надо больше ничего объяснять. Я тебя умоляю. В мои планы не входило утомлять тебя своими аналогиями. Да, спасибо. Моя... Чем начерченные линии, тем больше людей их придерживают. Я не понял. Я что-то сейчас не... Не понял. Ну, награда за гно. А, блин, это ч... И, блин, я все перепутал. Хотя, стоп. Помните, у нас был квест на кладбище? Там, по-моему, как раз это и был Диксон. Но игра говорит, что нет. Ладно, окей, потом... Марконом придем глянем. Так, пока про забывшего изгоя не забываем, пока этот квест нам более приоритетен. Я, короче, не знаю, что-то как-то вот эти вот изгои здесь. Они мразные твари какие-то прямо. Куда не идешь, тебе постоянно, блин, то обмануть хотят, то еще что-то, блин, с тобой сделать нехорошее. Бесят они меня тут. Не, ну а с другой стороны, блин, что я хотел? Это ж изгои, блин. Чего вы ожидали? О! Уходи немедленно! Ладно. Наконец меня оставили в покое. Блин, ну... Эй! Да я блин! Сразу замечаю, что кто-то пытается тихушничать. Иди отсюда, блин. Уходи немедленно! Да ёб твою мать, а! Сваливай отсюда, мразь! Ведь взяла сила, блин. Сука, топливо мне украсть не дают, уроды, блин. Проходи. Дари. Здорово, пёс. Что ты на меня уставился? Весь город перед тобой. Иди и смотри. Ты даже не хочешь узнать, кто я? Никаких вопросов? Я знаю, что ты не из этих лиловых гнусов. Подкупать меня незачем. Мне сказать тебе тоже нечего. Вот и вали. Точно уйти. Ты уверен, что на правильном месте работаешь? Охранники вроде не так себе... Сейчас видят. Джекс получит люлей, я чую. А ты чё ждал? Чтобы я морды бил направо-налево? Мне что, заняться больше нечем? Ах да, чуть не забыл. Вот тебе на расходы. Ты дашь мне эликсир? Нихера себе. Вот так запросто? Не я. Приказ Гектора. Каждому гостю осколочек счастья. Не знаю, чего он накурился, когда такое придумал. Mm-hmm. Можешь ему лично спасибо сказать, но для этого надо в верхний район тащиться, а там сейчас закрыто. А как попасть в верхний район? Ноги есть? Ими топай. Что нужно сделать, чтобы туда попасть? Мне-то откуда знать? Если б знал, я бы тут не торчал. Взяточки, взяточки. Помощи от тебя немного. Иди с Ксандером по базарь. Он на воротах стоит. А сейчас я где? Проделал такой путь и даже не знаешь, где оказался? Ну ты, блин, даешь. Это кратер.
Город настоящих изгоев. Не тех же полизов, которые спутались с берсерками. Бакстер у нас тут за главного. Может, слыхал, его кровавым Бакстером кличут. Ну, я с ним уже общался, еще... да. Правила какие-то в городе есть? И правила, слушай, блин. Чувак, тут изгои живут. Какие, мать твою, правила? Вот да. Если тебя вштыривает по карманам шарить, лучше не попадайся. Без головы останешься, не заметишь. У вас нет городской стражи или чего-то подобного? Ну и ты дурак, что ли? Насмешил. Чувак, у нас даже законов нет. Анархия, мать твою. Хотя, если задуматься, одно правило есть. Верхний район, чужие не ходят. Но, поверь мне на слово, тебе туда и не надо. Все веселье тут, внизу. И вот еще что. В этом городе каждый сам по себе. И ты тоже. Но это не означает, что стоит нарываться на неприятности. Ну, я понял, я понял. Если придется, я из тебя дурь выбью. Не сомневайся. Но можно же и без этого обойтись. Конечно. Все, беги, развлекайся. Добренький ты. О, кстати, телепорт. Точно. Эй, дяденька, первый раз в наших краях? Иди отсюда. А тебе это зачем? Хочу показать тебе наш городишко. Ты идешь? Сейчас. Отвали, чучело. Нет, отвали от меня, чучело. А, ну ладно, я пойду тогда. Стоп. Кажется, ушлый гаденыш меня обокрал. Мразь! Ты мне нравишься. Мразь! Вот мразь, а! Держите, вора, блин! Пес обоссанный. Сука! Надеюсь, ты не с пустыми руками... Поймал тебя с поличным. Ты у меня карманы пытался обчистить. Кто, я? Да не в жизни. Ты меня мразь, кем-то спутал. Эй, еще раз назовешь моих ребят ворами, будешь иметь дело со мной. С удовольствием. А ты кто? Тот, кто тебе морду разобьет, если ты не свалишь отсюда по-хорошему. С удовольствием. По морде хочешь? С удовольствием. Сейчас. Да, давай, мразь. Давай, блядь, ублюдок, блин. Давай, иди сюда, блин. Мразина, херосос. Собачья падла, блин. Сука, как вы меня, суки, бесите, а? Ну, давай, говно, иди сюда. Иди, давай. Пытайся что-нибудь сделать. Саксон Дик. Блин, а чё он у него не прерывается удар, блин? Помни про защиту! Да... Чё за пиздец? Да что с тобой такое? А, ну он слабый. Блин, я думаю, блин, я даже штуку забью, наверное. Ну, да, надо просто держать расстояние. А без этого никак нельзя! Отлично сработ. Проклятие. А ты не так прост, как кажется. Так что, вернешь мне осколки, которые спер твой штепсель? Ладно, ладно. Хватит махать кулаками. Вот твое бабло. Мразь, блин. Это не все. Он украл больше. Погоди-ка. Я так и знал, что этот мелкий гаденыш меня надул. А, ладно, сам с ним разбирайся. Он только это мне принес. Делай с ним что хочешь. От меня отстань. Отлично сработано. С превеликим удовольствием. Так, где там мразь мелкая, блин? Сука, че... Блин, жаль, тут нельзя детей убивать. Ну что, мразь? У тебя в руке мои осколки зажаты. Ну ты и навалял, Заку. Тебе правда твои осколки нужны? А то мне так кушать хочется, я на них еды куплю. Ты будешь гнить, сука! Да мне похрен. Давай сюда мои осколки.
Но если ты настаиваешь... Я, кстати, Штепсель. Это, если у тебя есть что пожрать, может, ты со мной поделишься, а? Я тебе сейчас пинка дам. Давай уже, Джакс. Дай Штепселю что-нибудь пожрать и давай отсюда сваливать нахрен. Я не собираюсь дальше с этим ублюдком время терять. Ублюдок. Спасибо вам, тетенька. Больше не буду у вас красть никогда. Еще раз назовешь меня тетенькой, и будет тебе на обед зуботычина. Маленький воришка, блин. И что, тебя все зовут Штепсель? Ну, другого имени я не знаю. Мать мне имя дать не подумала, а отца я вообще не знаю. Расскажи что-то полезное. Про воровство? Конечно. Я тебе еще как научить могу. Но только за деньги. Дорого. Мне приходится башлять всем, кому не лень, с выручки. Так что ты хочешь узнать? Так, ну, воровству... Карманник, блин. Ну ладно, хоть с тебя хоть какой-то прок будет. Вы можете лазить по карманам. Ну, это уже хорошо. Так, можно даже второго левела. Ну, карманник нам будет нужен, если мы крысу потом захотим. У него воровать, красть. Так, интеллект до 30 еще добить. Ладно, хер с тобой. Держи, морозина. У меня есть немного еды. Правда? Вот, возьми кусок мяса. О, свежее мясо! Спасибо, дядя! 45 опыта. Подкрадитесь к человеку со спины и обчистите его карманы с помощью Си. Только глядите, чтобы вас в этот момент никто не увидел. Блин, ты что, совсем одурел? Ой, ладно. Хрен с ним. Блин, с ними, с этими изгоями сам звереешь, блин. Тут, кстати, еще говорили, где-то, по-моему, на юго-западе, что ли, находится какая-то, типа, башенка, где можно приобрести очки, с помощью которых, типа, все видно. Так, пойдемте еще к Гектору. Я хочу найти, где Гектор тусит. Он, по-моему, в верхнем квартале, насколько я помню, как мне говорили. Блин, пипец, тут, конечно, город у них... Хер просышь, чё где. Джакс, тебя-то каким ветром занесло? Что-то я тебя плохо помню. Я думал, ты мертв. Скибор. Мы знакомы? Я что-то тоже плохо знакомы? Помню. Знакомы? Еще бы. Вспомни Ксакар. Ты Альп, что ли? Подожди-ка, ты Альп. Тихо. Ну да, рыбак рыбака всегда узнает. Лол. Ты сам что-то слишком загорелый для бывшего Альба. Ладно, сменим тему. Тебя отправили сопровождать меня в депо? Нет, я понятия не имею, о чем ты. Серьезно? Это плохо. Ну ладно, тогда придется рассказывать с самого начала. Но не здесь. Тут даже у стен есть уши. Лучше выйти за городские стены. Иди за мной. Кстати, мне любопытно, что ты думаешь об этом городе? Моя старая хижина нравилась мне больше. Блин, я тебя могу не помню, понять, чувак. Хоть убей. Но запах здесь, это вонь. Она воодушевляет. Что? Чуешь запах мускуса? Вожделение, страх, алчность. Все это, понимаешь, пахнет человечеством. Я думал, ты стараешься не высовываться, нет? Но судя по тому, как ты гонишь, эффект будет ровно противоположный. Ты посмотри на эти мешки с требухой. Они же собственной смерти не заметят. Но если это так критично, то я заткнусь. Берсерк? Что тут берсерки делают? Ты же моя ролевая модель. Мой идеал. Да ну. Ну да, ты скоро поймешь. Так, и чё, и куда?
Вот так. Теперь мы достаточно далеко. Пора обсудить положение вещей. Так, ладно, я знаю тебе больше, чем ты обо мне. Вот да. То есть ты притащил меня сюда, только чтобы сказать об этом? Нет, у меня будет к тебе просьба. Чисто между нами. Что тебе нужно? Пойдем со мной в депо в Игнадоне. Ну и помощь твоя в пути мне бы не помешала. Ты же знаешь, что сейчас творится на дорогах. Мне больше некого на это подписать. Никто не должен знать, что я Альп. Никто. Знаете, но в тему нам ж надо как раз к Альбам пойти. Ну, типа, чтоб бестию опять на переговоры увести. А что мне за это будет? И я смогу все это тебе найти в депо. Оружие, боеприпасы, снаряжение. Все, чего пожелаешь. Все, о чем ты только можешь мечтать. У меня есть доступ ко всему этому. Mm-hmm. Так что, ты идешь со мной или как? Ну, смотри, давай надо осмотреться. Ладно, уговорил. Но сначала мне нужно тут немного осмотреться. Не вопрос. У меня все равно кое-какие дела тут еще остались. Скажи, как будешь готов. Да, окей, не я вопрос. Я буду в квартале пушеров. А, окей. Так, а задание тут появилось, типа? Квартал пушеров, так. Просто я хочу еще сейчас этот задание про забывчивого изгоя выполнить. Но я думаю, мы его... Блин, или потом выполнить. Эй, ты. Что? Да, ты! А, извини, я тебя с кем-то другим перепутал. За кого ты меня принял? За кого-то другого. Пипец. Черти. Кратер нас ждет. Каким же идиотом надо быть, чтобы тебя послушать? Кто ж знал, что нас обчистят, как щенков? А, ну, это, видимо, те берсерки, которые хотели свалить из форта. Мы их уже что видели. Что там было насчет замка? Звучало перспективно. На мне только башмаки да карманы, а в тех одни дыры. Они нас в жизни к себе не пустят. Берсерки, блин, да. Заткнись ты со своими сраными башмаками. Этим ребятам нужны такие, как мы. Получишь новое... Лол. Так, ну он обратно пойдет или куда? Я просто, типа, мне чтоб знать, где он будет точно находиться. Наверное, там же, где и был. Квартал пушеров. Тебя ограбили, тупица. Не надо было нажираться, как свинья. Ну и что мне теперь делать? Мне все уши прожужжал об этом. Сейчас мы выполним задание потеряшки, придем сюда, поговорим со Скибором и, соответственно, пойдем в Игнадон. Я просто сейчас хочу точно посмотреть, где он будет, чтобы потом его, если что, найти сразу. Просто я не вижу, чтобы его квест был виден. Но он, видимо, да, он сейчас обратно придет. А еще хотелось бы с Гектором поговорить. Так, надо сейчас запомнить место расположения, типа, а то тут потеряться очень легко. Опять ты? Я только на прошлой неделе отдала тебе 20% от выручки. Ну как же, клинок. Эти. Сама понимаешь, в последнее время в кратер приходит много чужаков. Опасность подстерегает тебя на каждом шагу. Преступность растет, и мне все труднее обеспечивать безопасность тебе. А, бабло выбивает. Так, не, погоди, он куда-то в другую сторону идет. Или обратно. Нет, или потом этот квест, да, выполнить того чувака. Я просто не понимаю потом, где его искать надо будет. Квартал пушеров, так. Тебе разве не пора? Ага. Только есть у меня ощущение, что ты кое-чего мне не додаешь. Аспид уже отсыпал тебе двойную дозу. Дайте-ка пока чего запомним. Тебе еще нужно? Двойную, тройную, какая разница? Гони мою долю.
Я тебе ее из пальца, что ли, высосу? Потыкай берсерков. Ты же знаешь, я не могу ничего у них получить. Слушай, ты раз за разом приходишь сюда за товаром. Вот что, возвращайся через месяц. У Аспида как раз будет новая партия. Договорились? Ловлю на слове. О чем вы тут? Без проблем. Удачной дороги. Блин. Мне узнать бы, где он точно будет находиться. Я говорю, я тут потеряюсь нахер. А, все, ты тут тусишь. Ну, в принципе, что тогда? Давай тут. Так, окей, все, я выследил, где ты есть. Теперь давай вернемся вот сюда. Сейчас давайте по-бырому. Обратно на телепорт. Ох, сразу на скекс попали. Не-не-не-не, давай отсюда просто нахер. Валим. Тут мощные мобы, поэтому лучше тут не останавливаться особо. Надолго. Так, все, сейчас ищем, короче, озерцо. Этого забывшего. О, это надолго. Блядь, спасибо, блин. Только мрази всякие, блин. Как же вы задрали, а? В принципе, нормально лук работает. Да, блин, да иди ты нахер, а! Блять, откуда ты нахер приходишь, а, мразь? Не, лук мне нравится, как работает. Да взлетай, ёпт. Да блять! О, отлично. Блин, все, хотя бы можно лук нормально юзать против таких ублюдков. Так, что, скекс? Где скекс? Получай по морде, мразь. Эта тварь нарывается! Бля, вот, блин, так меня бесит начинает, когда он, блин, из стороны в сторону ходит. Да какой вопельник, ёп... Да ёп твой... По морде, на. Мразь. Петух какой-то, блин, еще. Так, давайте на петушару поохотимся. Недовольство. Эта тварь нарывается! Отлично. Бля, да... Ой, как вы задрали. А сколько вас тут есть, блин? Ну ничего, вот буду теперь лучником, МС-лучник. МС-лучник православный. Так. Где эта мразина? А, нормально, с усиленного удара прям снимается хорошо. Блять, еще шакал, где ты есть, мразь? Уже иду! Ты какой скекс, успокойся, блин, Джакс! Сука, что ты творишь, блин? Давай, иди сюда.
Да блять, Так, все, успокоился, блин, я надеюсь. Так, где наше озерцо, а? Я надеюсь, я спокойно дойду. Джекс, ну не тупи, а. Так, вот наше озерцо, отлично. Природа прям как в Red Dead Redemption 2 просто. Я без шуток. Не, ну красиво сделано ведь. Так, короче, нам тут надо искать, что там этот хер потерял. А, кстати, я трупака вижу. Не, вот тут реально красиво. А, Эл! Нихера себе. Ты нас вывел точно к луже тролльев. Эл, Оле. А вот похоже эти вещи, за которыми меня послал кто-то бывший. Ну да. Еще не все. Надо продолжать. Да. Иди сюда, говно. Так, почти добит. Что? Так, сейчас я тебя добью, мразь. Нарывается. Ну все, отлично. Кстати, птеродактиль похож на этого хера, там, летающий мразь из Silent Hill первого. Это еще не все. Надо да продолжать поиски. Короче, вот этого чувака, у которого много имен, я понял, это он, видимо, себя обозвал в честь своих товарищей, которые померли. А у него, видимо, нервы сдали. И он поэтому забыл, кто он есть. Ну, довольно интересно. Вот Арон как раз, да. Это еще не все. Надо продолжать поиски. Эрик. Вроде бы все. Пора возвращаться в кратер. Так, надо еще обычных птиц завалить, чтобы уровень разрушения снизился. Пошел ты, блин. Так, тут можно добыть добром. Давайте помайним. Так, поможем этому малому. Блин, жаль, что тут телепорт, блин. С другой жопы находится, но ничего. Да, этот хер на месте, отлично. Сейчас к тому бедняге пойдем, отдадим вещи его товарищей. Так, с кармой эффективной, отлично, уже поменьше стала карма. Надо ее снижать, чтобы к гачи марконам присоединиться. Ну, отлично, меня просто изгою и так уже взбесили, да, и поэтому нормально. Ты эти вещи искал? Ты нашел. Ты нашел мои вещи. Тут все, что мне когда-то было дорого. Так почему я не радуюсь? Мне только грустно, и все. Где ты нашел мои вещи? Что, солгать или сказать правду? Не были в старом чемодане у озера сказать правду. Не знаю. Они были в старом чемодане у озера. А, значит, мне больше не надо грустить? Нет. Радуйся, что получил свои вещи. Да, я думаю, да. Спасибо. Он так поехал. Но должно быть что-то еще. Мне кажется, это не все. Когда я смотрю на свои вещи,
Я вспоминаю. Эрик кричал. Там были чудовища. Кровь. Я убежал. Я их бросил. Привет. Кстати, я Аарон, а ты? Только начал только что вспоминать, чувак. И только что начал вспоминать... Вспоминать что? Твоих погибших друзей. Вещи, которые тебе нужны и все прочее. Нет. Нет. У меня есть все, что мне нужно. Я счастлив. Что ж, если тебе от меня больше ничего не нужно, я, пожалуй, прогуляюсь. Может, дойду потом до яслей, пропущу стаканчик. Приятно познакомиться. Заходи как-нибудь. Квест выполнен? Знакомый. Так, вроде да. Блин. А, нет, Атерис, погоди, Атерис. А, ну да. Да, да, получается, что да. Ну, вот, короче, такие у нас тут ребятки, блин, у изгоев. Блин, опять я не дошел до этого хера. До Гектора. Наверняка бы что-нибудь интересное сказал бы. Блин, или сейчас дайте. Где он сидит-то только, вспомнит бы. Идем дальше. И дальше. А вот он и ты. Здорово, Гектор. Блин, по-моему, насколько я помню, он был лидером когтей, типа, в первом Эликсе, да? Если я не путаю ничего. Джакс, вот ни хрена себе новости. Не ждал, что наткнусь здесь на тебя. Да-да-да, это точно он. Гектор, который лидер когтей в первом Эликсе был. Гектор? Я думал, мы больше не встретимся. Знаю. Помню, я тогда хотел перебраться за горы. Да-д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 а. Точно. Как видишь, мы не очень далеко ушли. Блин, братюня, братюня, отлично. Как вышло, что ты теперь с изгоями? У когтей, если помнишь, всегда были большие планы. Мы хотели выстроить с нуля новое общество без войн. Мы надеялись, что сможем перебраться за горы, и там наша задача будет проще. Но однажды наш проводник сбежал, когда мы остановились на привале. Естественно, сами мы были не в курсе, как нам перейти горы, чтобы не помереть по пути. Вот так мы тут и застряли. Угу. Ну а дальше пошло-поехало. И вот я царь горы. Интересно, жизнь иногда поворачивается, а? Ну, чё, ты неплохо тут осел, я хочу сказать. Зачем ваши стражники у ворот раздают эликсид? А, Дарья исправно выполняет приказ, рад слышать. Ты не ответил на вопрос. Я просто очень щедрый. Внезапно. Надеется, а настоящая причина? Ладно, тебя, видать, не обманешь. Я не раздаю богатство просто так. Я зарабатываю свою долю. Прежде всего, осколки никуда не уходят. Выданное на воротах будет потрачено внутри. А если нет, ну, логично. Люди обо всем позаботятся. Мне хватает всего пары ребят с ловкими пальцами, чтобы вернуть свою собственность с процентами. Они считают меня спасителем и проклинают свое невезение, чувствуя себя в долгу передо мной. Какое коварство. Эй, всем как-то жить надо. Ты ж понимаешь. Ну, естественно, да. Ты же коготь. Наверняка ты можешь меня научить, как шарить по карманам. Конечно. Что ты хочешь знать? Так, доверительные отношения, адвокат. Ну, понятно, короче, уже дохрена мы видим учителей, кто может нам такие ремесла поучить. Ладно, присоединяться я к вам тоже пока не собираюсь. Ну что, Гектор, приятно было с тобой поболтать. Конечно. Но, пожалуй, настало время валить отсюда. Ну что, ты в деле?
объяснение. Ну, конечно, ребята, блин, забавные, но, блин, с вами... Я с вами задолбался уже. То, блин, Хэнк меня надуть хотел, то Скарлетт, блин, со своими ребятами. Пойду-ка я, пожалуй, со своим братюней Скибром к Альбам, короче. Как раз нам с Бести к Альбам и надо. Поэтому, друзья, следующая серия у нас будет в прогулке к Альбам. Дейрнадона, да, нас проводят до базы. Видимо, как-то вот сюда вот мы пройдем. Ну что же, это обещает быть интересным. Посмотрим, что у нас в итоге выйдет. Короче говоря, запомните этого чувака, Скибор, наш братюня Альб. Мы вместе с ним в следующей серии пойдем наконец-таки к Альбам. Это у нас последняя фракция, которую мы еще не видели тут в игре. Как раз заодно посмотрим, как изменился Игнадон, собственно говоря, при Эликсетрах. Ну а с вами был Тямыч, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, лайкайте, не забывайте также подписываться на Яндекс.Зен, вступать в группу ВКонтакте, все ссылки в описании под роликом. Всем пока и увидимся, а также хороших вам мартовских праздников. Пока-пока.